В рамках краевой целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог Краснодарского края» была выполнена замена дорожного полотна улицы Калинина на участке от Фрунзе до Шервашидзе. В связи с этим статус главной дороги приобрела улица Калинина. Комиссия по безопасности дорожного движения принято решение о переводе разряда главной дороги улицы Калинина 50 лет октября в разряд главной по улице Калинина. Теперь главная дорога будет проходить только по улице Калинина. В связи с этим будет произведена замена технических средств регулирования дорожного движения на данном перекрестке. И приоритет будет отдаваться транспортным средствам по улице Калинина. Значит, участникам движения надо необходимо обращать внимание на этот факт и более внимательно и аккуратно проезжать данный перекресток. Автомобилистам, привыкшим на этом перекрестке ездить по старым знакам, теперь нужно быть более внимательными и не подвергать риску себя и других участников движения. Татьяна Чистова, Игорь Еремин, телекомпания «Лаба».